20 березня – Міжнародний день щастя. І чим старше ви стаєте, тим більш ви просто зобов'язані бути щасливим. Щасливі люди живуть довше. Танець, наприклад, також могутня річ. Він теж здатний приносити щастя. Якщо ви навіть будете усміхатись, нехай на самоті, і зовсім без причини, то м'язи подадуть сигнал в мозок, і вам дійсно буде радісно. Кілька досліджень показують наявність зв'язку між споживанням кофеїну і зниженням ризику, депресії і самогубства. Щастя – річ суб'єктивна. Те, що одного радує, в іншому може викликати зовсім іншу реакцію. Ми щиро бажаємо всім і кожному бути щасливим. Нагадуємо, що навчитись радіти малому не так важко. І під силу кожному з нас. Щастя і радість – це брати-близнюки. Задовольняючись малим, набагато легше отримати більше. Будьте щасливі. І зі святом. А зараз внимание. Ми предлагаємо вашому вниманию опрос словочан на тему щастя, сделанный нами в 2019 году и в этом, 2021. Наверное, побольше ярких моментов, друзей верных и компаний большой. Чтобы доченька почаще приезжала моя. А так все хорошо. Лично мне... Ну, я даже не знаю, наверное, счастливый человек. Да? Да, ну да, в принципе, да. Работа есть, здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, ребенок, да, да, все отлично. У меня все хорошо. У меня все есть. Я счастлива. Там все как бы хватает. Все хватает? Да. Все есть? Есть, главное есть. Счастье работы нормальное, все, и больше все. И зарплаты, да? Да, и зарплаты, да. Хорошее настроение. А что вам не хватает для полного счастья? Да, у меня все есть. Все. Маленькое самое счастье. Есть. Здоровье так. И стабильность. Отдыха. А можно, чтобы в лицее модуль футбольный вернули? А то у нас его убрали. На физкультуре нет модуля футбольного. Мне хватает. Все. Все, хватит. Не, ну а что там, солнце, настроение? Солнце, ну, может быть, больше настроения. Ага. Мирного неба, день рождения. Просто. Спасибо. Чтобы дети были здоровы, счастливы, и все. Так не в деньгах же счастье. А в чем? Вот я все выясняю. А в чем счастье? С вашей точки зрения. Счастье – это быть счастливым. Быть счастливым? Да. Ну, вы счастливы? Вообще-то да. Но у меня вроде все в порядке. Все в порядке, да. Здесь, да? Да, все есть. Деньги, и погода сегодня хорошая, да? Да, и погода хорошая. Хорошо. Мира в мире. А? Мира. А вот что вам не хватает для полного счастья? Ну, на данный момент все есть вроде бы. Ну, наверное, мира в нашей стране. Да, это и дальше на данный момент потребно. Да. Это мира в стране не хватает, вот. Да, а так что? Все есть. А самоуверенность. Ну, стабильность в стране. Здоровье. Угу. Да. Единственное. Деньги есть? Деньги есть, все остальное есть. Доволен, счастлив. Ну, здоровья не хватает. Чуть тарифы поменьше можно сделать. Война, чтоб кончилась. И хорошего президента, чтобы выбрали. Здоровье моим родственникам. Вот это. И долголетие моей маме. Спокойствие. Здоровье. Остальное вроде бы как все есть. Да у меня все хватает. Да, да. Ну, вообще счастливо. Не хватает для сына хорошей работы. Что еще? На пенсию хочу. Угу. Да. И большую пенсию, да? Ну, на хорошую на пенсию, хорошую. Да. Не знаю я. Все есть. Я счастлива, да. Чего вам не хватает для полного счастья? Для полного счастья, да, в принципе. Вот мое самое основное счастье. Хочется, чтобы все были здоровы, одним словом. И вот этот, для полного счастья, наверное, локдаун, чтобы вот этот... Ой, ну, скорее всего, сейчас мне не хватает свободы. Понимаете, потому что вот эти все закрытые кордоны, естественно, вот они как-то немножечко вот тормозят. Напрягают. Да, напрягают, да. Ну а что еще? Ну, хотелось бы, чтобы все-таки люди были добрее друг к другу. Потому что сейчас, в последнее время, все как-то как в своей скорлупке спрятались. А, нет. Вот. Если раньше мы знали вообще, кто живет в доме, то сейчас мы даже не знаем своих соседей, честно говоря. Как-то вот все почему-то стали бояться любого звонка, любого... То есть вот какой-то страх у людей появился. Пандемия, я думаю, напугалась. Да, скорее всего, вот это. Так, а так...
Так все вы оптимистка, хорошо. Я вас поздравляю. Я оптимистка. В Киеве говорят, сегодняшнего дня, с 10-го, ой, с 20-го, да. А вот хочется, чтобы уже наконец маски сняли. И вообще, все было как год назад. Даже не задумываюсь. Здоровья и молодости. Всего хватает. Да. Все нормально? Да, все хорошо. Ничего, все хорошо. Да я, в принципе, счастливый человек. Угу. Да. То есть вы оптимист, да. Скажите. Я, ну, не знаю, может быть, не совсем, но счастливый точно. Потому как у меня есть семья, здоровье, руки, ноги, дети. И работа есть, и, в общем-то, и слава Богу. Для счастья это семья, и все, думаю. Ну, на первое на ум приходит здоровье семьи. В школе нормальные оценки, конечно же. ЗНО нормально написать и поступить в нормальный университет. Может, доброты людей. Ну, чтобы люди были добрее к тебе по отношению, когда, допустим, нет настроения, и ты хочешь поднять его, а люди отвечают тебе какой-то злостью, грубостью, да, и не получается. Да, в принципе, я счастлив. Для полного счастья хорошей, солнечной, ясной погоды. И все. Да. То есть главное дожить до весны, я так понимаю. А до весны мы дожили, и слава Богу. Поэтому счастье, оно внутри каждого из нас. Поэтому пусть счастье живет в каждом из нас. И еще один вопрос. Чего не хватает Славутичу для полного счастья? Спокойствие, чтобы зарплату платили вовремя. Настроение, улыбок, цветов, солнце. Ну, солнце как весна. Весны. Весны не хватает. Мне кажется, чтобы люди были добрее друг другу. Отзывчивее. Жизнь тяжелая, да, я понимаю. Но хочется доброты в отношениях, и все будут счастливы. Правильно. Проблема в том, что молодежь у нас убегает вот из города. Не хотят возвращаться потом обратно. Тишины. Чистоту навели. Все нормально. Да, толком тут вроде бы все и есть. Обустроено, хорошо, уютно. А что же молодежь уезжает после учебы? Ну, потому что вообще в Украине нету никаких таких перспектив, да. Ну, больше рабочих мест. Вот это, что на сегодняшний день меня беспокоит. Ну, чтобы у людей все было хорошо. Чтобы всем детям было счастливо, надо побольше лего. Ну и чтобы не болели. Дитячі майданчики, да, бажаного. А вот для Славутича, что нужно, чтобы было полное счастье в Славутиче? Может быть, взаимопонимание между людьми. Ну, жалко, конечно, что разъезжается молодежь. Делать? Что-то надо делать. Для того, чтобы она не разъезжалась. Чтобы она не разъезжалась, да. Да. И тогда будет веселее, конечно. И тогда детей будет больше в городе. Да. И старикам будет скучно. После закрытия станции не хватает многое. Ну, давайте вот, основное. Ну, основное хотя бы вид с электрички на эту гостиницу. Чуть больше финансирования. Чуть-чуть больше. И миллионов на 10 хватит? Да. И управление, чтобы было лучше. Мне кажется, какого-то обновления. Вот не хватает, потому что чувствуется, что уже вот, ну, немножко, да, болото начинается. Динамики, наверное. Наверное, здоровья у людей тоже не хватает. Да, в частности. Наверное, какие-то новые предприятия для работы. Для того, чтобы не уезжала наша молодежь. Ну да, уже хочется солнышка побольше, тепла, да. А что Славутичу не хватает, чтобы быть счастливым городом? Ну, рабочие места повинні бути. Щоб заробляти гроші, щоб сім'ї були, щоб діти плодились, як кажуть. З моєї точки зрения, щоб була молодежь і робота, да і нам, щоб було. І жилье, от для таких лялечок, щоб було. Да. Мабуть, розумне керівництво, яке б допомагало людям, дослухалось до людей, і було б щастя у всіх. Розвиття, ну, роботи побольше молодежі. Много чого не вистачає. Ну, доброти, мабуть. І маски зняти всім. Да, желать. От це от саме перше, да. А потім добрее стати, і все наладиться. Що Славутичу треба для щастя? От своєї Славутичу, точки? Ну, мабуть, процвітання, там, більше цвітів, там, деревів і... Наверное, больше денег. Какой-то атмосферы необычной. Мы ведь как город чистый, вот, свежий. Может быть, и впрямь травички вот не хватает, чтобы было зеленое. Деревья вот, экзотических какие-нибудь красивые. Ну, возможно, каких-то торговых центров, там, развлекательных комплексов.
Да, вот, допустим, как Голливуд в Чернигове, вот такое, вот это было бы вообще классно. Ну сейчас бы солнца не хватало бы, каких-нибудь концертов. Честно, да, маску надо снимать, уже надоело ходить. В принципе, хороший город, я не жалуюсь, поэтому тут и живу. А что слабуть очень не хватает для полного счастья? Знаете, вот сегодня утром проходила, конечно, мне очень не нравится, что у нас много старых деревьев, и они заваливаются, и они обваливаются, вот это очень не нравится. Не нравится то, что у нас вот машины, видимо, не везде есть стоянки. Вот. Может, слишком много машин? Да, скорее слишком много машин, поэтому они заезжают куда угодно, понимаете? Вот. А так... Я не знаю, но хотелось бы, конечно, чтобы почище было. Вот. Мы даже с мужем сегодня шли, я говорю, слушай, я бы даже бесплатно, говорю, согласилась, вот, потому что в лесу у нас ужасно, в лесу ужасно. И я говорю, почему людям не дают тот сушняк убирать? Ну, пускай они его себе заберут, хоть чище будет лес. Единство, общая идея. И еще всем хочу пожелать веры в то, что Славутич имеет будущее, и обязательно он останется таким же красивым, уютным и добрым городом. Вы знаете, мне почему-то кажется, что 3 года назад мы были более счастливы. Может быть, действительно нужно чаще улыбаться и быть добрее?